новую еду. Мы будем пробовать новую кушеньку. Новая еда — это всегда интересно. Барышня, у вас две миски. Совершенно не обязательно есть из одной. Сейчас еще принесу. Ты думаешь, это все, что ли? Это еще не все. Вкусно. Правильно. Давайте еще подеремся. Вот, давайте подеремся. У вас две миски, девочки. Санта, из твоей миски не так вкусно, что ли? Я не пойму.